куклы играют не только маленькие девочки, но и взрослые девушки. Правда, куклы немного изменились. Авторы создают своих кукол с трепетом и заботой и вкладывают в каждую деталь частичку своей души. Рождественская выставка «Кукла» — это интересная и многогранная экспозиция. Здесь можно найти не только кукол и мишек Тедди, но также познакомиться с их авторами, узнать об истории создания и даже приобрести. Когда-то, лет 5 назад, эта выставка была организована друзьями, то есть собрались несколько подруг, которые имели вот в своем арсенале такие умения, как делать мишек Тедди, авторских кукол. Они выезжали уже на международные выставки, и захотелось что-то сделать здесь, у себя, в Беларуси. И девочки в Гомеле организовали ее на Рождество. У одного из участников этой выставки начальной была такая мечта сделать такую вот домашнюю выставку рождественскую. А потом она вот постепенно перекочевала сюда, в Минск. Знакомьтесь, это идеальный кулинар. Автор данной игрушки вдохновилась своим мужем, который был вовлечен в процесс готовки. Поваром стал именно осьминог, потому что у него до 10 тысяч вкусовых рецепторов на щупальце. А это кукла Блайз. У нее сгибаются руки и ноги. Она может принимать любые позы. Нельзя не посмотреть в ее прекрасные глаза. А у нее их 4 пары. Если дернуть за веревочку, которая находится сзади головы, то глаза изменятся. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее о своих работах непосредственно. Чем вообще вдохновлялись, когда создавали, вот, например, эту прекрасную работу? Здесь совершенно разные вдохновительные темы были. Это был фильм австралийский, я посмотрела, меня очень он впечатлил. Это было просто такое внутреннее состояние на тот момент, когда я делаю эту куклу. Куклу я делаю из самозастывающих пластиков, вот, и они у меня в таком будуарной технике выполнены. Мы и парикмахеры, мы и стилисты, мы и визажисты, и дизайнеры. Понятно, конечно, что это вообще очень трудоемкий процесс. Но вот все-таки, вот давайте возьмем, например, эту работу. Сколько вот времени она у вас заняла? Сколько вы трудились? По времени эта работа у меня заняла около 3 недель. Может, вы нам все-таки скажете вот стоимость, например, этой своей работы? Данная работа представлена, она стоит, если вместе с домом, 950 белорусских рублей. Без дома это будет дешевле на 200 рублей. Автор одушевляет каждое свое произведение искусства и говорит по отношению к нему не купить, а удочерить или усыновить, а новых владельцев заботливо называет родителями. Выставка работает до 6 января. Стоимость входного билета 10 рублей. Дарья Шманкевич, Игорь Посохов, агентство «Минск Новости».